«Отвага, честь, слава». В преддверии 73-й годовщины победы над фашистской Германией в магазине «12 месяцев» состоялся ежегодный детский праздник, приуроченный 9 мая. Поддерживать память о героях Великой Отечественной войны через связь поколений, чтобы в мире не повторялись ошибки прошлого, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, сотрудники общества с дополнительной ответственностью Лиоджи считают делом очень важным. 9 мая – это главный праздник в жизни любого человека, и он не мог обойти вниманием наш коллектив. Мы проводим 4-й праздник на территории магазина «12 месяцев» в Билево. Этот праздник очень сильно объединяет всех нас. И мы вспоминаем своих близких и родных, благодаря жизни которых мы сегодня живем и можем говорить, можем радоваться, можем любить, можем смеяться. 9 мая. В этот день хочется склонить голову перед ветеранами, почтить их память. В этот день хочется обнять детей, которым радуются наши ветераны. В этот день хочется поздравлять всех с великим праздником, Днем Победы в самой страшной войне. Ребята разного возраста, от 3 до 16 лет, и их родители всегда с нетерпением ждут этого праздника. Ведь это веселые игры, спортивные эстафеты, рисунки на мольберте и асфальте с Днем Победы и 9 мая, ростовая кукла Котофей, показательные выступления воспитанников областного центра Олимпийского резерва. День Победы – день радости и торжества. День бессмертной славы и светлой памяти героев. На празднике дети поют песни и читают стихи «Память о героях былых времен». Пригнали чужинцы на плесы и тоники, и бомбы, и толы гремушат тоны. Фонтаны взлетали с песком и железом, над лугом с чернелом, над полем и лесом. Осколки черные, как ночь, родители сгубили, но не задели девочку, как будто пощадили. Пел солдат, глотая слезы, пел солдат про русские березы. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. В этом году новая акция «Посади дерево» особенно тронула ребят. Они посадили 3 дерева, символы 3 фронтов, и украсили их яркими ленточками в память о погибших. Красивым и высоким смыслом была наполнена и акция «Выпускание белых голубей». Птицы взмыли в небо, символизируя мир, благополучие в нашей стране и благодарность ныне живущих за высокую цену победы. Праздник 9 мая очень важен для моей семьи, потому что это наша история, это история нашей страны, это история моей семьи. Поэтому для меня этот праздник, как ни для кого, очень важен. И данное мероприятие, конечно, очень важно для всех наших детей, чтобы они помнили, что был такой праздник. Мы должны передавать память об этом празднике каждому поколению. И мы должны помнить и стараться не допустить больше, чтобы такая война случилась еще когда-либо еще в жизни наших детей. В жизни не только наших детей, но и в жизни любого будущего поколения. И традиционно под звуки песни «День Победы» участники выпустили в небо соцветия ярких воздушных шариков. В магазинах 12 месяцев детям рады не только во время проведения праздников. Своих маленьких и подрастающих покупателей здесь ждут постоянно. Торговые марки «Котофей», «Тотто», «Ботеллини», «Мурсу», «Кенка», «Темпа», «Экотекс» и многие другие уже давно завоевали любовь и доверие покупателей качеством и надежностью. Для детей от первых шагов, школьников и подростков красивые современные модели туфель, полуботинок и спортивной обуви очень удобные и практичные как в ежедневной носке, так и в празднике. Каждому покупателю всегда индивидуальный подход. Опытные продавцы-консультанты помогут определиться с выбором размера и понравившейся модели. Для тех, кто рано встает, в сети магазинов 12 месяцев скидка 5% с 10:00 до 12:00. Многодетным семьям, детям-инвалидам и именинникам
предоставляется скидка 12%, а при покупке свыше 120 рублей выдается 5% дисконтная карта. Пользуется интересом светофор скидок от 15 до 50%, действующий в данный момент. Ассортимент магазинов 12 месяцев постоянно расширяется и обновляется. Здесь можно приобрести не только обувь, а и одежду, игрушки и другие сопутствующие товары. В магазинах 12 месяцев заботливые родители могут выбрать своим детям развивающую игрушку. Она станет отличным подарком на любой праздник. Здесь вы найдете наборы для творчества, развивающие игры, игрушки для самых маленьких и не только, игры для развлечения, развития и для того, чтобы научить детей чему-то важному в жизни. Магазины 12 месяцев всегда ждут своих покупателей. Растем вместе! Район Билева, Московский проспект 103, торгово-развлекательный центр «Трио», второй этаж, торговый центр «Грин», первый этаж. База отдыха «Суя». Отдыхайте красиво! Живописная природа, свежий воздух, отличное настроение. Отдыхайте комфортно. Гостевые домики, банкетный зал, уютные спальные комнаты, оборудованная кухня. Отдыхайте активно. Водные прогулки на лодке, рыбалка, баня, бильярд, мангал. База отдыха «Суя». Отличное решение для корпоративов, дружеских встреч и семейных праздников. Студия эстетики «Танго» представляет собой уникальный баланс высокого качества оказываемых услуг, профессионализма мастеров, приемлемых цен и гибкой системы скидок. День за днем салон «Танго» воплощает в жизнь самые заветные мечты своих клиентов. Опытные мастера, постоянно повышающие квалификацию, творчески подходят к своему делу, с радостью помогая кардинально изменить привычный образ, учитывая все пожелания, давая советы и рекомендации. Студия эстетики «Танго» – это бьюти-пространство нового формата. Одновременно это салон красоты, магазин профессиональной продукции и учебный центр. Если вы еще только определяетесь в жизни, ищете себя и любимую профессию или хотите сменить род деятельности, тогда вам непременно в учебный центр студии эстетики «Танго». «Танго» предлагает не только семинары и мастер-классы для повышения квалификации мастеров по наращиванию ногтей, маникюру и педикюру, лешмейкеров, но и курсы для новичков в индустрии сферы красоты. Обучение на таких курсах, как мастер по наращиванию ногтей, идеальный маникюр, салонный комби-педикюр, наращивание ресниц, броу-мастер, депиляция воском и сахаром. Это отличный старт для получения востребованной и прибыльной профессии. Также есть что предложить и девушкам, которые хотят всегда выглядеть привлекательно. Посетив курсы «Макияж для себя», «My Brows», «Гель-лак с нуля», вы сможете создавать неповторимый и завершенный образ для себя любимой и своих близких. Инструкторы школы – это не только отличные специалисты в сфере обучения, но и действующие мастера, которые регулярно повышают свой профессиональный уровень и занимают призовые места на международных и республиканских конкурсах. Так, на международном конкурсе «Роза ветров» студия эстетики заняла второе место среди школ страны. На международном конкурсе «Минский вернисаж» студия «Танго» стала номер один среди салонов красоты Республики Беларусь. А в августе этого года мастера студии стали дипломантами республиканского проекта «Дефиле с мамой». В студии эстетики «Танго» непрерывно работают над улучшением и совершенствованием сервиса обслуживания и комфорта обучения. В этом году учебный класс был обновлен и модернизирован. Приобретена новая мебель, оборудована визажная зона. Появилась фотозона, которая очень полюбилась учениками. Предусмотрен гибкий график занятий. Вы можете выбрать удобное для вас время и запланировать заранее свое обучение, так как расписание составляется на 2 месяца вперед. Есть группы дневные, вечерние, а также группы выходного дня.
Для тех, кому сложно подстроиться под групповое расписание, есть возможность проведения индивидуальных занятий. По окончании обучения выдаются сертификаты, оказывается содействие при трудоустройстве. Разобраться в обилии направлений и сделать правильный выбор вам поможет администратор по обучению. Записаться можно по телефону плюс 375-29-218-67-52 и онлайн. Оплата осуществляется в день проведения занятий, наличный и безналичный расчет. Основателем и руководителем студии эстетики «Танго» является Татьяна Галишова, мастер ногтевого сервиса, сертифицированный преподаватель, многократный победитель международных, республиканских и областных конкурсов. А с 2017 года Татьяна Галишова является судьей международной категории по моделированию, маникюру и дизайну ногтей. Студия эстетики «Танго» – это результат моего долгого творческого пути к успеху. Благодаря правильному выбору профессиональных курсов и постоянному совершенствованию над собой, мое хобби стало профессией и смыслом всей моей жизни. Пройдя такой долгий путь, сегодня я могу поделиться с вами опытом и пригласить в наш учебный центр. Приходите, и мы поможем вам стать успешными. Ждем вас по адресу Смоленская площадь, 10. Создать идеальный стильный образ легко. Для этого вовсе не обязательно иметь в гардеробе модные новинки именитых кутюрье. В фирменной сети магазинов «Полесье» «Пинский трикотаж» вы можете приобрести качественную, стильную и практичную одежду из трикотажа для всей семьи. Для милых женщин предоставлен большой выбор трикотажных платьев, жакетов, джемперов, жилетов, юбок, свитеров, брюк по самым выгодным ценам. Элегантный крой и практичность моделей позволят почувствовать себя неповторимой и женственной. А разнообразный ассортимент даст возможность создать свой индивидуальный образ. Представители сильного пола также по достоинству оценят мужской ассортимент. Джемпера, свитера, футболки, жилеты, жакеты, брюки и спортивные костюмы удобных фасонов и лаконичных расцветок обязательно понравятся мужчинам разных возрастов и станут гармоничным дополнением гардероба. В магазинах «Полесье» и «Пинский трикотаж» всегда в наличии разнообразный домашний текстиль, пледы, подушки, детские конверты, большой ассортимент пряжи, шерстяных и химических волокон, комбинированной пряжи. Качество пряжи и широчайшая гамма расцветок удовлетворит даже самых требовательных рукодельниц. Из магазинов фирменной сети «Полесье» и «Пинский трикотаж» невозможно уйти без покупки. Для маленьких покупателей предоставлен большой выбор яркой и качественной трикотажной одежды для повседневной носки, а также удобные и практичные для школы джемпера, жилеты, жакеты, свитера, сарафаны и юбки. Коллекции трикотажных изделий открытого акционерного общества «Полесье» разработаны в соответствии с направлением моды и особенностями каждой возрастной группы. Одежда из трикотажа функциональна и универсальна, а также привлекательна и удобна. Она идеально подходит для любого случая жизни и полностью соответствует стилю времени. Приглашаем за покупками в фирменные магазины «Полесье» «Пинский трикотаж». Новости телеиндустрии. Витебский городской телеканал «Наше ТВ». Весь спектр телевизионных развлечений. Новости, фильмы, сериалы, музыка, мультфильмы, производство авторских программ и рекламы. Телефон 60-28-60. «Наше ТВ». Смотри свое. В Витебском областном клиническом центре дерматовенерологии и косметологии с целью ранней диагностики новообразований кожи, дифференциальной диагностики доброкачественных, предраковых и злокачественных новообразований создан кабинет оптической диагностики пигментных новообразований кожи. Кабинет оснащен дерматоскопом и сиоскопом. С помощью аппарата врач проводит спектрофотометрический интердермальный анализ пигментных пятен. Сиоскоп незаменим для раннего выявления таких злокачественных новообразований, как меланома. По окончании обследования пациент получает на руки видеоотчет и заключение специалиста с рекомендациями, которые сохраняются в архиве, а также передаются в личный кабинет пациента или на электронную почту. В дальнейшем это позволит наблюдать динамику развития новообразования. Заметили, что с возрастом появился избыточный вес? Кожа начала терять упругость и появился целлюлит?
не отчаивайтесь. Вернуть молодость и красоту помогут в отделении медицинской косметологии, где для населения и иностранных граждан представлен широкий спектр косметологических услуг. Новинкой 2018 года стал вакуумно-роликовый массаж Biflexi, который является самой эффективной методикой коррекции силуэта тела. Он не вызывает болезненных ощущений, а результат будет заметен уже через несколько сеансов. Стройная фигура – это легко. Обратившись в учреждение здравоохранения Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии, вы получите широчайший спектр медицинских и косметологических услуг на самом высоком уровне по доступным ценам. Опытные и доброжелательные специалисты помогут вам оставаться молодыми, красивыми и здоровыми. Ждем вас по адресу. Город Витебск, улица Богдана Хмельницкого, 9 и Московский проспект, 64. Хотите добавить настроение вашей спальне, создать уют и подчеркнуть стиль? Спешите за покупками в магазин «Постелька». Роскошные, яркие, нежные комплекты постельного белья из тканей белорусского и импортного производства, а также широкий выбор домашнего текстиля, который вы полюбите. Комплекты постельного белья из бязи, поплина и других высококачественных тканей по разумным ценам станут украшением любого дома. Удобные мягкие подушки, теплые и уютные одеяла, мягкие пледы, декоративные подушки, нежные полотенца, недорогие комплекты постельного белья с детским рисунком порадуют вас качеством и оригинальными расцветками. Постельные принадлежности можно выбрать в комплектах, либо отдельно. Большой выбор наволочек, пододеяльников, простыней разнообразных расцветок и размеров. В магазине представлен широкий выбор вафельных полотенец для кухни, а также купальных полотенец из вафельного полотна, которые очень удобно брать с собой на пляж или в сауну. Они отлично впитывают, быстро сохнут, занимают мало места. В магазине «Постелька» можно остановить свой выбор на готовой продукции, а можно заказать наряд для вашей постели в индивидуальном порядке. Для матрасов нестандартных размеров возможно изготовление простыней с эластичной тесьмой, а застежка пододеяльников и наволочек на тесьму «Молния» – это удобно, красиво и практично. Профессионалы швейной мастерской магазина «Постелька» реализуют ваши пожелания в кратчайшие сроки. Срок изготовления – до 5 дней. Заказы принимаются от физических лиц и организаций, возможен безналичный расчет. Магазин «Постелька» желает вам приятных покупок и ждет вас с 10 до 19 часов в будни и с 10 до 17 часов в субботу по адресу: улица Воинов-Интернационалистов, дом 13. Хотите подобрать мебель и технику для дома без лишних затрат и беготни по магазинам? Тогда вам в торговый дом «Витязь». В торговом доме «Витязь» всегда большой выбор корпусной и мягкой мебели от лидирующих белорусских производителей по доступным ценам. Практичные наборы корпусной мебели для кухни, обеденные группы, столы и стулья, роскошная мебель для спальни, матрасы различных конструктивных типов, яркие и функциональные гарнитуры для детской комнаты. Порадует также большой выбор мебели для отдыха различного ценового уровня. Диваны, тахты, кресла, матрацы, мебель из ротанга, дачная мебель. Для ценителей роскоши и комфорта в торговом доме «Витязь» работает фирменная секция корпусной мебели Калинковичского мебельного комбината. Стильная и качественная мебель отлично впишется в интерьер и создаст идеальный образ вашего дома. Без лишних затрат времени вы сможете выбрать не только мебель, но и качественную современную бытовую технику для кухни. Газовые плиты, встраиваемую технику, холодильники, технику для уборки помещений, стиральные машины, электробытовую технику для ухода за телом, электроинструменты, теле- и радиоаппаратуру, телевизоры, тюнера цифрового телевидения, антенны, аппараты квантовой терапии. А подчеркнуть индивидуальность вашей квартиры и создать настроение помогут яркие и красочные картины и часы. На отдельные группы товаров действуют скидки. Товар можно приобрести в рассрочку. Торговый дом «Витязь» работает без обеда и выходных с 10 до 19 часов. В субботу с 10 до 17, в воскресенье с 10 до 15 часов. Ждем вас по адресу: проспект Строителей, 33.
сколько шагов нужно сделать, чтобы влюбиться. Для кого-то, может, хватит первого взгляда или первого прикосновения. Возможно, понадобится первый поцелуй. Но для того, чтобы полюбить нас, достаточно одного глотка настоящего кофе. Эль-кафе. Кафе, влюбленное в вас. Новости телеиндустрии. Витебский городской телеканал «Наше ТВ». Весь спектр телевизионных развлечений. Новости, фильмы, сериалы, музыка, мультфильмы, производство авторских программ и рекламы. Телефон 60 28 60. «Наше ТВ». Смотри свое. Ледовый дворец спорта в Витебске – отличное место, чтобы провести время с пользой для своего здоровья. Здесь знают, как сделать досуг разнообразным, развлекательным и приятным. Спортивный комплекс предлагает жителям Витебска и области широкий спектр спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, просмотр спортивных матчей, разнообразные праздничные шоу-программы и концерты звезд эстрады. На современной тренировочной базе Ледового дворца спорта успешно проходят учебно-тренировочные занятия детей и подростков, что дает возможность воспитать из них профессионалов и просто здоровых людей. На ледовой арене для жителей и гостей города, а также любителей активного отдыха, организуется массовое катание на коньках. Здесь же оказываются услуги по прокату и заточке коньков. Предоставляется возможность для тренировки хоккейных любительских команд. Позаботились в спортивном комплексе и о тех, кто мечтает об идеальном теле, стройной фигуре и хочет всегда быть в отличной физической форме. К их услугам – тренажерный зал. Для девушек – программы коррекции фигуры и снижения веса. А для мужчин – программы увеличения мышечной массы и подготовки к соревнованиям. Профессиональные тренеры подберут вам идеальную систему тренировок. Тренажерный зал Ледового дворца спорта универсален. Он подойдет для посетителей любого уровня физической подготовки. А еще в Ледовом дворце спорта есть отличное место, где так приятно отдохнуть в перерывах между хоккейными матчами и спортивными тренировками, перевести дух или просто подкрепиться. Кафе «Айс». Оно открыто для всех посетителей спорткомплекса и приглашает попробовать салаты, горячие и холодные закуски, вкуснейшие блюда европейской и белорусской кухни. Каждый житель города может в любое удобное для него время посетить кафе, вкусно позавтракать, пообедать или поужинать. Обходительный обслуживающий персонал, приятный музыкальный фон и демократичные цены позволят каждому посетителю кафе «Айс» получить неизгладимое впечатление от отдыха в нем. Витебский дворец спорта – отличное место для здорового отдыха.